Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Эстония хочет отжать часть Финского залива для блокирования транзита российских грузов. Эстония не устает привлекать к себе внимание резонансными заявлениями. На этой неделе министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил о том, что правительство Эстонии поручило ему проработать вопрос по введению прибрежной прилежащей зоны в Финском заливе шириной до 44,5 километров от эстонского побережья. Установление этой прилежащей зоны, по оценкам эстонских чиновников, позволит воспрепятствовать транзиту российских грузов через Финский залив в Балтийское море. Указанным шагом эстонские власти могут организовать морскую блокаду Калининградской области. Летом прошлого года литовским властям на время удалось заблокировать движение железнодорожных составов из российских регионов в Калининград. Однако решительная позиция МИД России и срочное укрепление военного контингента в Белоруссии, который может быть направлен на создание Сувалкского сухопутного коридора, вынудило Евросоюз дать отмашку Литве прекратить провоцирование Кремля. Теперь провокацию решили устроить эстонские власти. В ответ на указанную новость пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия продолжит судоходство в Финском заливе, руководствуясь международным морским правом, независимо от заявлений эстонских чиновников. Эстонские власти, к слову, обосновывают план создания прилежащей зоны необходимостью защиты окружающей среды и археологических объектов, представляющих историческую ценность. Эстонские чиновники в рамках создания расширенной прилежащей зоны за счет сокращения ширины нейтральных вод планируют ограничить проход через нее гражданских судов, принадлежащих России. Указанное решение эстонских чиновников нарушает Конвенцию о территориальных водах, согласно которой прилежащая зона не может выходить за пределы 12 миль от исходной линии и не должна приводить к сокращению ширины территориальных вод соседнего государства, в данном случае территориальных вод России и Финляндии. Позиция финских властей по этому вопросу пока ими не озвучивалась. Российский посол в Таллине Владимир Лиепает, который вскоре может быть выдворен эстонскими властями в ответ на аналогичные шаги Москвы, сообщил, что эстонские чиновники специально провоцируют российские власти на жесткий ответ, чтобы обозначить свою значимость.